Песни народов мира, эстрада и классика, светские оперы и религиозные песнопения. Нет такого жанра, который бы не мог исполнить хор турецкого. Программу под названием «Вам любимый» представил коллектив, состоящий из уникальных голосов. От самого высокого тенора альтина до глубокого баса профунда. «Вам любимые». То есть то, что мы чувствуем на уровне своей музыкантской души, и через музыку, то есть языком классики, языком рока, языком оперы, языком шансона, фольклора, мюзикла, эстрады, оперетты. Разнообразнейший репертуар, очень яркий, очень светлый, очень харизматичный, проникающий в самое сердце. После первой исполненной композиции губернатор Сергей Морозов поднялся на сцену, чтобы лично поприветствовать горячо любимый им и многими ульяновцами коллектив. Вы знаете о том, что мы любим вас и с огромным удовольствием настроились слушать ваши замечательные песни. С первых аккордов зал погрузился в атмосферу живого исполнения, качественной музыки и профессионализма. Слова первой песни напомнили о самом главном и дали настрой на приближающуюся весну. Душу сбитую в кровь, значит, побеждает добро, значит, миром правит любовь. Виктория Шикова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.